Надежда Анатольевна, скажите, пожалуйста, что происходит в Национальной библиотеке? Что здесь в вашем зале? Какие-то работы детские выставлены? По какому поводу? После того, как был объявлен конкурс «Юные пешеходы Чувашии», это республиканский конкурс, то нас, то к нам стали поступать работы, такие прекрасные работы из всей республики. Так, еще раз.